У меня вся семья военная, это была моя мечта с детства. Можно сказать, что я в этом выросла. Все время видела, как мои родители, дедушки, прадедушки служат. Очень ими гордилась, и мне хотелось быть на них похожей. А как вообще сложно девушке, как говорится, учиться в академии? Конечно, есть свои трудности, но в основном это труд, который оценивается. На моем курсе 30 человек. Девушки очень тоже рады, что учатся в нашей академии. Мы все очень дружные. Вот, скоро поедем на парад. Опять же, в том году тоже ездили. Все в порядке. А вот требования отличаются для девочек или для мальчиков? Или все одинаково должны сдавать нормативы? Ну, нормативы, конечно же, разные, потому что у нас разные физические способности. Но в других бытовых каких-то вещах все равны.